воздержавшись даже от ура патриотизма, я хочу сказать, что профессиональные жюри и, в общем, какие редиски голосовали, мне сложно сказать. Но, во всяком случае, голосование было предвзято. Я ну, конечно, оно было предвзято. Это тенденциозность, она ощущалась. Что, серьезно предвзято? Это обсуждать. Придет время все это, конечно, проанализирует. Но самое главное, что искренность, которую демонстрировал Сережа во время своего выступления, она покорила всех. В данном случае показывает победительницу Джамалу. Очень непростая песня, высочайший уровень вокала продемонстрировал Джамала. Не будем забывать, что на новой волне она побеждала и, собственно говоря, делала профессиональные шаги именно в России. Действительно, вот эта песня и это исполнение, все это было признано лучшим. Еще раз, уважаемые друзья, песня о судьбе близких родственников. Джамала сейчас будет готовиться как раз этот номер.